Йоу-йоу! Немецких друзей! Йоу-йоу! Я знаю, что вид из окна мне дарит свободу. Если наставник, я не вижу решеток и прутьев. Так и живут люди здесь, годы за годом, голодные в надежде, что все у них будет. Сто пудов найдется тот, кто осудит меня. Это годы спустя, я стану другим, и сейчас пишу то, что будет качать таких же, как и я. Для них это только начало. Если это рэп, то он для тех, кто не хочет молчать. Пока светит солнце, ты видишь правду в лучах над этим городом неба. Где бы ты ни был, не надо кричать, никто не услышит тебя. Мне 27, а я все так же пишу рэпчик. Катаюсь на метро девятку, оставляю до вечера, дабы избежать известные пробки Москвы. Я к этому привык, я такой же, как и вы. Увы, мне не гоняю на папином каре. Если неху будет жрать, я что-нибудь парю. На царе, как продаж от гондона до батона. А у меня на кармане 4-й айфон. Это подарок немецких друзей, пользуясь случаем, я хочу передать им привет. У нас встречают тепло, так что милости просим, приезжайте к нам еще. Ждем гости. Немецкие друзья, мать вашу.